Всем привет! Вы находитесь на канале Миху Нейман. Я фотограф, который живет в Грузии и рассказывает о том, как пришел в фотографии и чем сегодня занимается. И сегодняшний выпуск я хочу посвятить начинающим фотографам. Хочу рассказать о том, как я пришел к фотографии, какой оптикой пользовался, какими фотоаппаратами снимал и вообще о своем первом опыте фотографии. Поехали! Передо мной сейчас лежит не мой первый фотоаппарат, даже не модель, которую я первую купил, но очень близкий по техническим характеристикам и вводным данным фотоаппарат. Это Nikon D3100. Мой же фотоаппарат был первый, это Sony Alpha 230. И тогда у меня стоял выбор между покупкой персонального компьютера, более мощного, чем был на тот момент, или же первой зеркальной камеры. И в тот момент я выбрал фотокамеру, чтобы сделать фотографии, и было что посмотреть в старости. Копил я на свою первую камеру не год и не два, это было почти полтора года. Все, что зарабатывал на то время, работая на бензоколонке, я откладывал, копил, и вот на тот момент накопил приличную сумму. По тем временам это было 950 лар. Тогда курс доллара был не как сейчас 3,3, а был, по-моему, 2,2. Ну, что-то в пределах этого. Выбор стоял между Nikon D90 и Sony Alpha 230. Оба они шли с кит-линзой 18x55, но у Nikon D90 было видео, и стоил он на 300 лар дороже. Но в тот момент я особо не разбирался в технике, в зеркальной цифровой технике. И я сделал выбор в пользу более дешевого Sony Alpha 230, чтобы остались деньги на покупку новой оптики. Что же, в принципе, заставило меня, подвигнуло меня к покупке цифровой зеркальной фотокамеры? Не просто так же ведь я решил, оп, я хочу иметь зеркальный фотоаппарат. Нет, где-то лет с 10 я имел в руках и имел опыт фотографирования на зеркальные фотоаппараты пленочные, так как у моего дедушки был достаточно большой ассортимент оптики и дальномерной камеры. И в то время у него был Зенит Е, по-моему, Е. И он лежал без дела, и я решил фотографировать. Фотографировал свою собаку, животных, друзей, ну, как, наверное, все, цветочки. На пленку получалось не с самого раза прям супер, чтобы мне нравилось, но где-то через месяц я научился фотографировать более не менее успешно. В то время пленка была 36 кадров, 12 и 24. Денег на 36 кадров, конечно же, не всегда было, поэтому покупали пленку 12 кадров, потом несли, проявляли, печатали. В общем, вот такой круговорот. Сейчас же, во время цифровых технологий, то, что вы снимаете, вы сразу видите на дисплейчике. Это немножко, ну, не будем староверами, наверное, и говорить, что эта фотография умерла, она более не живая. Нет, но это все более дает почву большому количеству людей пробовать себя в фотографии и вообще в искусстве. Ведь сейчас же не проблема писать музыку, научиться рисовать, научиться писать игры те же самые, ну и, соответственно, научиться фотографировать. YouTube дает большим массам людей толчок к развитию креативности и несет что-то новое, все более и более культурное в общественные массы. Ну, давайте отойдем от лирического отступления и расскажу немножко про Sony Alpha 230. Это обычный маленький зеркальный фотоаппарат, сделан из пластмассы в основном. Возможно, там была, по-моему, немножко магниевого сплава, но совсем чуть-чуть. Пыль и влагозащита относительная, но его плюс, то, что это было, на него была возможность установки советской оптики через переходник на M42. И это давало возможность ставить большой парк оптики, который у меня имелся. На то время это был самый мой любимый Зенитар, полтинник с дыркой 1.4 или 1.2. Ох, сейчас я точно не помню. Но, по-моему, все-таки была дырка 1.4. В общем, первой камерой Sony Alpha 230 я был очень доволен. И в то время у меня не было возможности пробовать разные системы, такие как сейчас Pentax, Olympus, Nikon, Sony, Canon и так далее. В то время у моего друга был фотоаппарат Nikon D90. И тогда я первый раз познакомился с камерами Nikon. Как вам сказать, это был тот опыт, который вот... Это была сразу твоя камера, она легла в руки, ты легко понял меню, легко было тебе фотографировать, у него был жидкокристаллический дисплейчик сверху, и тогда мне казалось, что вот, все, я самый крутой фотограф на Земле. Но со временем ты понимаешь, что не самое главное, какой у тебя фотоаппарат, а главное, какой у тебя оптик. Друг, у которого был Nikon D90, первый раз предложил мне заработать деньги за то, что я буду снимать. Это была небольшая съемка, причем видео, не фотограф. Я снял ролик, получил свой первый гонорар, и с тех пор
Я как бы, ну, думал о том, что можно зарабатывать фотографией, но больше я занимался только для себя фотографией, делал какие-то кадры, искал в интернете, придумывал идеи новые, думал, что я могу перевернуть весь мир и заставить говорить о себе абсолютно всех. Но жизнь, к сожалению, такая вещь, которая вносит свои коррективы всегда в то, что ты желаешь. В общем, опять хватит лирических отступлений, будем говорить больше по техническим. После Sony Alpha 230, которая прожила достаточно долго у меня, это было почти 2 года, я продал ее также родственнику. Я вложил деньги в покупку новой камеры, но уже с eBay. Я выписал Nikon D200. Это была камера подержанная, у нее был пробег 40 тысяч кадров, но это была первая профессиональная камера. Да, кроп, но профессиональная. После того, как я заработал свои первые деньги с фото- и видеосъемки, я не стал думать о том, что это может стать моим единственным заработком на тот момент. Я работал, продолжал в большой компании у нас в стране и в городе, не буду называть имен. И параллельно, снимая для себя, придумывая новые идеи, пытаясь креативить. В общем, все было тихо-тихо, мирно, не спеша. После того, как у меня появился Nikon D200, у меня стало появляться больше заказов. Не знаю, с чем это связано, но вот так совпало. После покупки этого фотоаппарата я стал собирать оптику и вспышки. Первой вспышкой, которая у меня была для этого фотоаппарата, это была SB24. Ее я купил также с eBay. Там было написано, что она не работает. Это была моя неудачная покупка. Она приехала, я, правда, купил очень дешево, за $20. Она приехала, но починить я ее так и не смог. Где она сейчас, я даже не знаю. Скорее всего, она просто потерялась. После этого я купил китайскую вспышку, все ее знаете, Yagnow, по-моему, 3-й версии, за $70. Эта вспышка прослужила мне верой и правдой, вплоть до сегодняшнего дня она есть, работает, и ничего с ней абсолютно не происходит. Единственный минус, ну, она слабенькая, у нее нет TTL-режима, но я в основном снимал в ручном режиме и так привык к этому, что когда у меня появилась уже вспышка с TTL-ами, я все равно старался снимать в мануале. Потом я, конечно, от этого отучился, но и было такое. После Nikon D200 я его не продавал, он остался. Я стал копить, скопилась небольшая сумма, и я купил Nikon D7000. Это была первая камера, у которой была видеосъемка у меня. Ее я также купил с рук у одного хорошего знакомого, у которого всегда я был уверен, и на сегодняшний день камера в отличном состоянии, и вся техника, которая у него, такое ощущение, что она с магазина, на гарантии. В общем, купив эту камеру, у меня появилось две камеры. И я стал ходить вообще крутым фотографом. У меня висело две камеры. На одном висел полтинник, на втором висел 180 мм. Carl Zeiss, это такая большая махина железная, фиксированная с дыркой 2. Она от среднего формата, от Pentax. Я ходил и всех пугал. Всех детей во дворе распугал этой линзой. Со временем, конечно, я продал Nikon D200, продал Nikon D7000 и купил свою первую камеру с магазина на гарантии. Это был Nikon D600. В то время я отдал за него 3500 лар. Это была камера боди, без чипа, без линзы, без батарейного блока. Я заказал китайский батарейный блок на eBay, заказал китайские элементы, все собрал. Это была последняя камера, которую я купил и не продал на сегодняшний день. На сегодняшний день Nikon D600 у меня трудится, работает и является третьей или четвертой камерой, которую я использую достаточно часто. На Nikon D600 был заменен затвор на пробеге 310 тысяч кадров, а заявлено по заводу 100. То есть надежность фотоаппаратов Nikon лично я не ставлю под сомнение. Я снимал на море, в дождь, в ветер, в снег, с камерами все отлично. Также был очень интересный опыт покупки Nikon D2H с eBay, также за $90. Никто не верит в эту цену, но Nikon D2H это та камера, которая снимает 13 или 15 кадров в секунду. Это просто монстр для серийной съемки, для спорта. Да, она немножко устарела, у нее 4,5 кадра, но в нормальном световом свете она делает достаточно приличные кадры. Я оставлю ссылку точно на альбом в Фейсбуке, на который сняты фотографии только на Nikon D2H. К чему я все это рассказывал? Это не хвастовство. Я рассказывал о том, какой путь я проделал в течение 10 или даже более лет. От первой камеры до камеры, на которой я снимаю на сегодняшний день. Я хочу сказать, если вы хотите фотографировать, у вас есть к этому предрасположенность, и вам это нравится, то нужно купить ту камеру, на которую у вас сейчас есть деньги. И не ждать
когда у вас появится 5 или 6 тысяч долларов, чтобы купить топовую камеру с топовой линзой и с топовой вспышкой и начать фотографировать шедевры. Нет, главное начать снимать. Я не хочу рассказывать о технических характеристиках, в кого фотоаппарат нужно купить новичку и так далее. Любой фотоаппарат, на который можно одеть сменную оптику, это уже фотоаппарат, на который можно делать качественные фотографии. Возможно, на сегодняшний день можно снимать качественно и на телефоны. Я не пробовал, ничего не могу по этому поводу сказать. Да, у меня есть телефон, я на него фотографирую, но это что-то другое. Цифровой фотоаппарат, зеркальный, будет он пленочный или цифровой, главное, чтобы он у вас был, если вы хотите этим заниматься. Оптика. Очень важна оптика. Лучше купить фотоаппарат подешевле и вложиться в оптику. Тогда у вас будет сразу приятная картинка. Вы не будете смотреть на 18-55, на то, что у вас все резкое, нету никакого боке, и картинка какая-то пластмассовая. Как только вы купите оптику, которая хоть как-то дает вам раскрыться, вы увидите, что картинка меняется. Если у вас есть какая-то сейчас сумма, и вы точно уверены, что хотите его потратить на фотоаппарат, не на автомобиль, не на компьютер, не на телефон, а именно на фотоаппарат, то нужно идти и потратить эту сумму на фотоаппарат. Еще раз говорю, лучше сэкономить на фотоаппарате и купить сразу хорошую оптику. Если у вас есть возможность пользоваться старыми объективами через переходники, то пользуйтесь. Ничего страшного в том, что они мануальные, нет. Вы научитесь фокусироваться, научитесь искать кадр и так далее. Главное найти себя, свой почерк. Не стоит вдаваться в подробности технических характеристик фотоаппарата. Любой фотоаппарат, фактически любой, не буду отвечать за все фотоаппараты, но если это фотоаппарат зеркальный, со сменной оптикой, вы можете сделать на него прекрасный кадр. Опять же, Sony Alpha 230 – прекрасная камера для начинающего фотографа. И сегодня, мне кажется, ее можно купить за, не буду говорить за $100, но за ларов 300 вы точно сможете купить хороший фотоаппарат, которому лет 10. Главное проверить, чтобы его зеркало было в нормальном состоянии, не было пыли на матрице, не было битых пикселей. Если эта тема вас интересна, как выбрать фотоаппарат подержанный, я вам расскажу в следующем ролике. Напишите в комментариях, и следующий ролик будет о том, как выбрать подержанный фотоаппарат. Этот ролик получился не столько технический, не было тут много советов о том, какую камеру нужно купить новичку, или что выбрать, или что на сегодняшний день вам подойдет больше. Я думаю, что нужно тратить деньги те, которые вы решили точно тратить на фотографию, которые у вас отложены, и вы хотите заниматься этим делом. Если вы хотите, то значит надо идти и брать то, что у вас на сегодняшний день возможность есть купить. Единственный совет, это должна быть, скорее всего, зеркальная камера со сменной оптикой, чтобы вы поняли, что вам нужно от фотографии. Так что, если вам будет интересно, опять же, в будущем я расскажу, какой фотоаппарат на сегодняшний день можно выбрать с самого низа рынка, до самого верха. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И увидимся. До новых скорых встреч. Всем удачи и пока.